прилетели в стадо, еще идут желающие лететь. Ага, воду пьют. О, привет, Володя. Здорово. Здорово. Сейчас поснимаю, поснимаю. Сейчас. Здорово, Оля. Привет. Машенька, привет. Приветики. Че, как у тебя жизнь? Нормально. Нормально. Клен Тонович, добрый день. О, самый главный, джигит тащит. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Молодец, ты больше всех прешь. Что ж ты, надо было нагрузить вон на больших. Ага. Саша, молодец. Мелкий, что не здоровается, а? О, Витя, 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 такой большой рюкзак. Куда ты с ним кочуешь? Здорово. Паша, иди. Что, собака твоя или чья там не идет? Как я без собаки в лесу? Здорово. Ты с собакой? Да. Опа. Ну ладно, будем грузить. Ты с нами летишь? Да. О, встретились два охотника. С карабином папу приехал защищать. Обещал от медведей, говорит, я его все равно защищу. Так что давай, помогай. Долго будете тут еще? Да, недели три еще будем. Недели три, ну понятно. Ну ладно, удачи вам. От папы не отходи. Потому что медведей полно, а ты с ружьем. И без тебя он будет бояться ходить тут. На речку аккуратно. Тут по мостикам только и со взрослыми. Ну и вот там ниже под скалой он хариус ловится. Там папа сводит тебя, половишь хариуса. Ну ладно, Маша, помаши. Ну давай. Давай, я мамат. А я бекалу, Да. Все будет нормально. Прорвемся. А это зачем? Это останется. Парнишка. Не, вон. А, это антенна, они на связь выходили. Антенна? Ну ладно. Самое главное, не болеем. Вертолет, полетим дальше. Все, загружено. Это ваше, да? Это остается. Это интернет. Да. Тот тоже. Назвали.